Демонтаж горизонтальных жалюзи системы Изотер с шириной ламелей 25 мм. И по традиции давайте сделаем это быстро. Первое, с чего мы начнем, слегка поднимем полотно ламелей вверх и вытащим наши фиксаторы лески. Их нужно подздеть. Заходили они у нас достаточно туго. И все, освободить. И достать узелок с леской. Вот он. То же самое сделаем со вторым. Дальше снимем крышки. Выкрутим саморез. Аккуратненько поднимем наши ламельки вверх. Да, они могут опускаться. И смотаем их, чтобы у нас ничего не болталось. Аналогичным образом поступим со второй створкой. Собственно, все. Изделие у нас снято, заняло у нас это где-то минутки две по ощущениям. Осталось нам снять только крепление цепочки. Также заводим закрышку, отщелкиваем ее. Вполне ожидаемо, что она улетела. Выкрутили. Аналогичным образом поступаем со второй крышкой. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Заказывайте на нашем сайте железняк.ру изделия. Мы изготовим их и отправим в любую точку Российской Федерации, транспортной компании или почты России. Остались вопросы в комментариях под этим видео. Не забываем ставить класс. Всех благ.